Укладывал сына спать, а он говорит мне: пап, проверь монстров под кроватью. Да что с него, с ребенка взять-то? Смотрю под кроватью, спрятав слова, чтобы успокоить его уж наверняка. И вижу там ребенка, съежившегося мокрого цыпленка. Глаза из орбит. Дрожащим голосом говорит, любя: папа, там кто-то другой в моей кровати. Мне страшно, ты напугал меня, хватит. Хватит, пап, ты напугал меня. Thank you.